вам свои вкусы приходилось менять? Мне? Да. Менять вкусы? Да. Нет. Потому что вот про вас известно, что вы просто мега-супер стильная девушка. Вы всегда одеваетесь очень стильно и ярко. И это ведь было тоже, насколько я понимаю, да. с детской, да. С девичьей да. поры были проблемы у вас да. из-за этого. Ходил со мной сын вдалеке, стеснялся. Да, да, чтобы никто не подумал, что это девушка в мини-юбке черных. Да. А сейчас вам кто-нибудь говорит, что ну, это слишком розовое, или это слишком ярко? Или... Я прислушиваюсь, но делаю по-своему. А кто говорит? Кто может Вина Русмановой сказать такое? Ну, говорит, иногда супруг говорит, иногда говорит моя близкая подруга, соратница говорит, иногда мама говорит. Вот. Ну, вот я смотрю в зеркало внимательно и все равно делаю так, как вижу. И никогда не ошибалась. Смотрите в зеркало, вам всегда нравится то, что вы там видите? Я имею в виду красивую женщину. Нет, ну что вы. Отвратительно иногда бывает. Сразу выбрасываю все, меняю все, и прическу, и одежду. Фу. Лиз Тейлор, на которую, ну, вы знаете, что вы похожи на Лиз Тейлор, тоже неоднократно говорила, что... она себе не нравится. Да. В фильмах и в изображениях всегда списывал это тоже на такое легкое кокетство, но вам верю.